Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Итак, у нас 21 декабря, понедельник. Время еще начало 9, мы приехали в бассейн. Так, в принципе, я его уже снимала, показывала. Не знаю, постараюсь, может быть, снять немножечко внутри именно сам бассейн. Просто там как телефон удобно. Телефон с тобой не возьмешь. Надо будет выходить, ложить его обратно. Финчики стоят. Так, ну все, я прыгаю. Дошли уже. Надо выплачивать, раздеваться. И попробую там что-то поснимать. Я когда снимала уже, в принципе, когда раздевалка здесь. Мы уже накупались просто. Просто супер вообще уже. Ой, сейчас пойдем, Вашка уже пошла в душ, сейчас я пойду. Кончилось место на камере, забыла, как ты идущий видишь, попробую поснимать сам бассейн и немножечко так снять его из него. Кажется, ходить туда полностью не буду. Такая лестница на... Видите, на этой этаж получается снова. Всем привет! Ку-ку! Всем привет! Ку-ку! Кто это у нас тут? Ку-ку-ку-ку-ку-ку! Скажи привет! Вероника! Скажи привет! Скажи привет! Привет! Эй, привет! Я уже здоровалась, да. Да, время сейчас без 5.11. Сегодня у нас понедельник, 21 декабря. Всем привет, да? Да. Нужно спать охота с такой погоды. А что, сегодня проснулись, наверное, 29-го с Вероникой, тебя уже не было. Темнотище, ужас вообще, все злоко, не знаю. Опять дождь сегодня шел ночью, не знаю. Тепло, сегодня вообще плюс 8, наверное. Да, очень... Вероника, отойди. Папа, не... отойди. Иди нет, сюда. Отойди, иди к маме. Иди ко мне. Отходи от елочки, не надо. Ой, отходи, отходи. Ой, все, отходи. Все. Отходи. Компот. Компот, там пустой компот. Компот. Мы опять без памперса сегодня уже с самого утра. Да. Ну, хорошо, пока еще в туалет. Ну, ходим. Горшочек. Спросит, молодец. А, мама сейчас налет попозже компотика. Там бутылочку надо помыть свою. Компот, да. Компотик. Вишневый компотик. Так, ну что, нормально? Съездила? Супер, здорово вообще. Сегодня одна, да? Нет, с Машкой. М? С Машкой была? Да. Угу. Понятненько. Не, мы сначала Машку не собирались, потом я решила спать. Понятно. А? Что? Что? Куда ты? Куда ты собралась? За бутылкой своей. Не, бутылка там, она стоит, надо помыть ее. С ночи еще не, я бутылку не мыл. Что ты? Нет, нет, здесь бутылочка, на кухне бутылочка, Вероника. Вот такая вот. Целовая. Вот, как обычно, Маша с утра. Нет, покушали нормально, нам съела 3 творожка, молодец. С утра поела хорошо. Вот, тоже перекусили. Время сейчас пойду схожу в магазин. Я с собой на работу, чтобы прикупить. Сейчас все надо. Сейчас быстренько, наверное, еще не монтировал ничего. Вчерашний влог с нашего цирка еще. Да, да, нормально, детки, пошли садиться. Не любишь, значит, не будет ролики. Да, нет, ну что мое, я встал, человек не мог подняться. Здесь лежал, лежал на диване уже, и как мог встать. А, потом ничего, пошло ничего. Это нормальное расположение духа. Ну, хорошо. Что? Попить? Ты ж пила уже, сейчас водичку пила. Компотик хочешь? Вероника? Компотик хочешь? Нормально, вроде сегодня тоже без температуры. Не знаю, как там вспышка была небольшая, получается. Ну, может быть, возможно, да. Да, 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 да.
Сейчас будем тоже опять. Я уже сразу приготовлю детям. Ну, Сереж покушает деткам. Посмотрим, да. Сегодня уезжаю, сегодня Бог будет, как обычно, попозже закончится. Ну, остальные пораньше закончится. Но остальные вводятся, как обычно, вы. Потому что этот улог будет во вторник, получается. А за вторник что-то они снимают, я как раз приеду в среду и будет в среду влог. Так что все пока без изменений. И, по-моему, до конца года, по-моему, без изменений будет. То есть влоги будут каждый день, по идее. Если я так... Да-да-да. Пока точно. На этой неделе точно. Так, нет, снимать нельзя. Не надо. Писать будешь? Да? Да, давай. Давай. А зачем ты садишься, когда горшочек вот он стоит? Давай, пописаешь и все. Так, ну что, ладно, действительно буду собираться, я сейчас смонтирую, потом буду собираться в магазин. Да. Вот, что время 11, сюда сейчас Владик скоро должен прийти. Давай, Вероника, давай. Что ты там? Вот, и немножко увидимся попозже, да? Да, конечно. Владик наш уже пришел со школы, Владик. Всем привет. Да, всем привет. Ой, ты тоже здороваешься еще раз, да? Ну, Владик, ну не занимайся своей ерундой, как дела в школе, рассказывай. Хорошо. Что тебе получил? 4. Стих рассказывал. Стих рассказывал, молодец. А для чего мороз сердит? Кругом снежок, снежок. Снегит на веточке сидит. Снегит пылает и горит. Как маленький снежок. И сад, и роща, и пустырь. О чем ты думаешь, Снегит? Конечно, о весне. Молодец, умничка. А Сашу спрашивали? Не спрашивали? А сказали ее учить-то. Да? А, Сережа уже пришел с магазина. А я убираюсь. Я начала уже убираться, тут потому что помыла нашу комнату. Дошла Вероника, сейчас буду ложить спать. Все потом попросила пыль, помыла полы уже. Все поделала. Что там такое? Что там такое ты принес? Шары! Да купил шаров еще? Тихо, тихо, положи. Только аккуратно. Блин, жалко, что таких нету. Так, Владик, давай. О, да купил Владик шарики. У папы там шарики еще. Вот такие два красавца. Так, нашу елочку. Так, Малик, аккуратно, чтобы не это, она не тронула, то сейчас собьет их, не дай бог. Так, ну что, я... Сережа раздевается, а? Жарко, да, на улице плюс 8, все же, естественно, жарко. Так, начинаем раздеваться. Сейчас, Сережа, я убираться, укладывать Веронику спать. И увидимся немножко позже. Так, ну что, Саня тут убирается. Кстати, вышел влог вчерашний наш. Так, Вероника все спит. Так, полы помыла. Владик собрался, готов. Ну что, Владик ждет. А, да, денежку ему на маршрутку. Да. Все, Владик, поехал, да. Погода заниматься. Ой, погода вообще шикарная, солнышко, классно. Ну, вообще... Сюда можно прям и даже после тренировки прийти домой и выйти на улицу погулять. Да, поиграть в футбол. Да. По сырости. По темноте. Ну, темно уже будет, конечно. Так, да. Вот, весна у нас наступает. А, кстати, у нас начали продавать елочки, да, живые, и все, сегодняшнего дня, по-моему, 21-го уже продают. Да. Не официально. Чего? Хорошо пахнет, конечно. Нет, ну то, что пахнет, это еще. Ну то, что сыпется, конечно, да. Сыпется очень. Да, вот то, что она и сыпется и. Каляется, да? Да, ну не то, что каляется. Все. А вот то, что она желтеет. Не, она желтеет, она потом не сразу. 22. Уже нас уже продают елочки. 22. И сосны, и елочки. 32. Так, на Ладик, это на маршрутку и это телефон. А значит будет? Нет. Ну, сейчас 16 обратно там тебе. Ну, все, ладно. Телефон. Прощайся. Да, да, пиши всем уже. Пока, спокойной ночи. Да. Завтра увидимся. А, ладно, у меня десятка есть. А, потому что это... Телефон где? Не знаю. Как не знаешь? Выложил. Да, это здесь у меня перчатки. Ну, понятненько. Так, ладно, все. Увидимся. Да, увидимся немножко попозже. Сейчас проводим Владика. Да, уже туда-сюда будем заканчивать, потому что время уже полтретьего. Да. Влог небольшой, Илюша сегодня вообще нет влоги. Да, у нас Илюшка не попал. Ладно, завтра попадет. Все, увидимся. А, кстати, да, это... Позвонила Кириллу, да, все, приедем мы 25 декабря, да? Да. Вот. И Дед Мороз, естественно, тоже поздравит уже на этой неделе деток. Дед Мороз придет, поздравляю. Да. Все, ладно, увидимся. Да.
Итак, ну что, время уже 3:30, у нас солнышко, прям замечательная погода. Вот такое солнышко. Да? Сегодня выйдете пораньше погулять, даже темно. Так, Вероника, аккуратно. Аккуратно. Солнышко где, на улице? Ага, что-то мама убиралась, да? Да, Вероника у нас сегодня поспала всего час. И все. Так, Тань, забери ее. Вероника, иди сюда. Калькова. Да. Сейчас мы будем обедать. Быстренько смонтирую его, потому что да, я уже... Да, Вероника первым делом, когда проснулась, показывает мне памперс снять. Да, все, ей уже не нравится в памперсе. Молодец, ходила хорошо. Бросится на горшок сама. Тише, куда ты рисяйся. Все, Вадик приехал, только что отзвонился. Да, бах-бах. Бах-бах. Ладно, лох такой ни о чем, в принципе, вообще сегодня. Ну, обычный день нашей жизни, скажем, день, никуда ничего когда, такого. Когда я уезжаю, вообще, считай, ну, да. не полностью, во-первых, что такое. Вот. Да, завтра я также снимаю. Ну все, все, не, так, все нормально, все без этого. Да, и в среду тоже все. Ну, ну правильно, правильно, все нормально, как да. обычно. Сейчас пойдет сюда. Сейчас мы пойдем. Да, Дедушка Мороз приедет на этой неделе. Все, подарки будут раздавать в выходные дни. Да, планируем мы еще 26-го сходить в краеведческий музей. В принципе, прямой трансляции мы говорили об этом. Посмотрите, там Дедушку Мороза. Да? Не знаю, с Вероникой там, по-моему, бесплатно можно. Не знаю, посмотрим. В принципе, там, типа утренников, что-то там конкурса, может, в принципе, Илюшка участвует, там и Владик будет. С удовольствием, конечно. Вот. Это 26-го, а 25-го. Татьяна будет снимать парад Дед Морозов. И, да. открыть, и открыть елки в Советском районе на Карла Маркса. Скорее всего, мы с Вероникой съездим в центр площади. Да. На Театральную площадь. Театральную площадь, да. Хочется посмотреть эти елки в Брянске. Ну, главные. Происходит, да, главные елки. Там будет минут 20, наверное, все, по-моему. Да, мы с Вероникой доедем, посмотрим парад Дед Морозов, саму елку открытие и как раз к его приезду мы вернемся уже домой. Ну да, это будет, потому что парад 10:30, открытие 11:30 елки до там, без 10-12. Да, что тебе включить? Что? Это. Что там включить? Вот это? На ножку. А, ну я забыл уже. На каляле. Медвежонка, да? Вот. Она любит. И Хрюша где-то там, когда колыбельную поет, она о, все, всех в коляску, да? Всех в коляску. Да, конечно, выкинула. Кого? Хрюша выкинула? Все, кукла выкинула. А, кукла выкинула. Ну, иди сюда колясочку сюда, Вероника. Давай колясочку сюда. Так, сейчас будем обедать, и все, я буду собираться уже с собой. Сейчас помылся, помрюсь. Вот. В принципе... Ну, давай, давай, тебе положу. Иди сюда. Не может. Иди, я помогу, иди. Так у нас деловая. Там обезьянка была. Ну, вот так. Вот, все, катай. Все. Все, давай. Вот, все, поехала Вероника. Вот так вот, да? И сотрясение мозга. Аккуратно возле елочки, только хорошо. Нет, 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 Вероника. Вот так вот, вот так вот. Вот здесь прямо. А возле елочки не надо катать. Не надо, то елочка еще завалится, не надо. Не надо. Вот так. Молодец, молодец, принцесса. Вот так вот. Ой, куда это мы заехали? Ой, непонятно, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На кухню все кушать? Нет, разворачивайся. Так вот, разворачивайся и иди сейчас с разбега в папку, да? Ух, нет? Оп. Оп. Она, нет, хорошо, она так умеет рулить. Она когда сидела в веселой расческе, да? Прямо на мотоцикле рулила. Вот. Так, ну что, будем прощаться? Да, всем приятного просмотра, хорошего настроения, всем пока-пока-пока. Вероника! Ой! Пока-пока, говори. Ой! Вероника! Ой! Вероника! Пока-пока! Ай-яй-яй-яй! Так, ну что, подписывайтесь на канал, оставляем комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока, и увидимся уже с вами, ну, завтра Татьяна увидится, да? Да, все, пока-пока-пока! Пока-пока!